Всем привет, с вами Информ ТВ. Блондинка и брюнетка, интеллектуалка и светская львица. Такие разные женщины, которых объединил один мужчина, режиссер Резо Гигинеишвили. С будущим мужем Надю познакомила старшая сестра Анна Михалкова. Она снималась у Резо в сериале «9 месяцев». Придя однажды на съемочную площадку, Надежда поразилась, как молодой режиссер смело держится с опытными актрисами. Смелости Резо действительно было не занимать. Когда съемки сериала закончились, Надя и Резо стали иногда пересекаться в общей компании. Общались сначала по-дружески. В то время режиссер был женат на участнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой, которая родила ему дочь Машу. Но времени с семьей Резо проводил все меньше, а встречаться с Надей Михалковой старался все больше. Надя получала от него приглашения, комплименты и сюрпризы. В итоге поддалась грузинской настойчивости. Резо оформил развод и женился на Надежде. Скромная свадьба прошла в 2010 году в Москве на фоне бесконечных слухов о том, что Никита Сергеевич не одобрил жениха дочери и выгоняет ее из дома. После рождения дочери Нины в 2011 году супруги закатили пышное торжество. Их отношения выглядели идиллическими, молодые влюбленные, идеально дополняющие друг друга. На появляющиеся в прессе слухи о разводе супруги не обращали внимания. В сентябре 2016 года, когда волна публикаций о проблемах в семье поднялась как-то особенно широко, Резо положил этому конец, трогательно поздравив Надю с 30-летием. Несмотря на это, пара все реже появлялась вместе, а их общие снимки исчезли из соцсетей. Поклонники обращали внимание, что Надежда выглядит очень грустной. Повод для этого у нее действительно был. В общей компании Резо встретил другую Надю. Летом 2017-го режиссера впервые заметили в компании светской львицы Надежды Оболенцевой. Эта яркая девушка успела пожить в Москве и Лос-Анджелесе, вернуться на родину, открыть интеллектуальный клуб 418 и выйти замуж за бизнесмена Айрата Исхакова. В разводе с ним обвинили именно Резо. Когда заявление на развод подала и Надежда, слухи окончательно закрепились фактами. Но свои отношения режиссер и светская львица скрывали еще очень долго. Сейчас свой предыдущий брак и развод режиссер не комментирует. С Надей они смогли расстаться тихо, не вынося ссор из избы. И какие бы новые отношения ни случились в жизни каждого, их навсегда будут связывать дети. А как вы считаете, правильно ли сделал Резо, что разрушил несколько своих семей? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!